Пискун, первая линка тоже. Шел ты. Менять начал. Самец будет. Thank you.
пескуны, но окрас будет очень интересно. Это самец будет. Но его подождать надо. Но лапа будет большая, все. Ему набраться. Крупный скелетик. А окрас вот сейчас он уже начинает набирать. Может, тасман челкарь получится. Рантов нету, а вот так. Его подождать надо. Вот его напарник тоже. А следующий напарник идет. Вышел желтый двухчубый. Это по челкарям. Это молодежь. Это все дети еще. Вот это из-под челкарей вышел. Это все рабочий материал. Глаз вот. Голубой. Это все так. Я для себя работаю. Я хочу по челкарям. Это все рабочий материал. Будем пробовать, будем работать. На свой вкус. Как говорится, мне. Главное, чтобы мне нравилось. Ну, посмотрим. Вначале вот такие окрасы интересные. Хочу отработать. Посмотрим. Саночка. Птицу линять начал. Давай, челкарики. Это уж совсем молоденький. Лоб классный, башка, лоб. Сильный самец будет. Прошлогодний самчишка. Начался. Хвост я ему подрезал, чтобы протаптывал. Белоглазый.
Вот самцы. Первый сезон плодит. Это голубочка, не крупная, скушка тоже еще, ну уже вот линяет, да, но не крупная, где-то 36 может будет потом, сейчас 35 почти. Ну-ка. Это молодежь. Молодые сучишки. Вот сейчас это первая линька будет большая. Что будет? Сейчас только костыши идут, сейчас только чуби нормально после линьки раскрутятся. Вот так, костя.
цепь не нравится.